Тут не хватает Эдварда Каллена. Прям для перевозки людей, туристов. Он бы зарабатывал намного больше, чем любой другой таксист. Up the mountain, out of the cloud bank. You need to see what I look like in the sunlight. Если ты нашел меня где-нибудь. Отзовись. Подвези, брат. Как вам известно, Каинде образовалась впоследствии землетрясения в июне 1911 года. Каинде – любимое место сборов для пеших туристов, для иностранцев, также для дайверов. Мы встретили туриста аж из самой Южной Кореи.